подключить. Моды работают, да? Там все же стоит? Да. О, у тебя тоже скин какой-то школьник еще с микрофоном, ужас. Мои соболезнования, брат. Бейте меня, пожалуйста. Набейте ебучку. Давай. Что, уже начали? Давай, что на? Что это? Нет, тебя научи так двигаться, иди сюда. Короче, эта хуйня, смотри, на же. Подожди, блядь, ну не бей, пожалуйста. Питарас, блядь. Ой, нихуя себе ты бей. Ладно, я хожу. Эр, нажми просто. Эр с вами. Это мой нахуй. Все, хватит. Бойцовский клуб, блин, все. Нажимаешь на R, у тебя открывается вид от третьего лица. Там выбиваешь камбухи, на shift dodge ролишь. Все, вся наука. Чего ты так сказал, блядь? Ебать вы как из аниме, нахуй. Можно по-русски было сказать? Бдитель со мной будет сражаться. Бей его, давай, хорош, теперь со мной давай. Офигеть. Да дай я тебе просто сдонаю, чтобы ты фуловый был. Слушайте, блять, вы зашли, блять, просто по ПВПшиться, что ли, блять, Майнкрафт? Блять, иди нахуй, пожалуйста, зайдите, ебальник набью. Нет, мы зашли играть. Просто учимся. Мы, кстати, время теряем, зря, по-моему. Да хули вдвоем на меня, сука! Ебать, сальтуйте нахуй, чё за хуйня? Как сделать сальто? Да shift, это dodge roll. Я не знаю, короче, у меня сбой. Добей меня. Анимация, когда крадешься, классная. Говцу пиздить. Сюда, иди, да. Подожди. Овцу запись. Ты от третьего ебашь? Ну да, бить лучше от третьего. Вообще смотри сам, типа ты можешь от первого бить. Ну, как в стандартном Майнкрафте, похуй. Бесит то, что когда это... Да осторожно, только, ну, нам за френдифайрить очень легко. Нельзя. Смотри, еще обучаю хуйню. Нажимаешь Y. Y. Та-дам! Есть? Да, нет, это... Этих? Прокачка за опыт. У вас есть коса, нахуй. Чё, блядь? В смысле, у вас есть коса? Ну там, типа, блядь, на Y, вон там меч, лук и коса. Коса это, ну там читай, там на русском описание. А, это типа как этот... Это шанс ваншотный, типа. Кинетина в Risk of Rain. Нихуя себе, ты видел сальтуху какую замутил? Надо от спауна далеко не уходить. От третьего лица это ж пизда. Так не играй постоянно, меня R нажимай просто и все. А, на автомат он переключается? Да! Ты нажимаешь R, типа попиздился, пошел, нажал еще раз. Все красиво, я вчера наиграл с этим моном, типа все кайф. Я тебе вот ладно, совет. Для того, чтобы класть кубики в этом Castle Story, ты клал кубики на меня, блядь. Угу. Короче, тебе совет даю, раз ты со мной, блядь, не смотри на эндерменов, не агри их ни в коем случае, он тебя просто разъебет. А, он тоже вертушки? Он каратист, ёбану, такие мувы вытворяет, это пиздец. Блядь, пошли, найдем его, я хочу это увидеть. Ну, он под дождем, ты сейчас не найдешь, они воды ж боятся. А мод на электричество вы ебанули или нет? Нет. Все, здесь больше нет модов, это ванильный Майнкрафт. Пизда. Вообще нет, есть, ты не бьешь своих пэтов, мод, и потом с лошадьми научу, ты можешь ее сумонить, типа как в Ведьмаке. Если у тебя будет своя лошадь. Ой, ладно, что это за... Это улей нахуй, не трогай. ГГ, бежим отсюда. Блядь! На, ебаная оса. Давай, похуй. Пизда. Оса, это пчела. Не, это оса, ты чё? Она должна умереть, раз она тебя ужалила уже один раз. Ебать, не ударь меня, блядь, брат, ну! Прости. Осторожно, здесь пушон. Хуяк. Ой, нихуя себе, что могу делать. Хуяк. Хуяк. Я каратист. Пизда тебе, рыба ебаная. Там курицу к тебе гоню, лови ее. Короче, куриц этих проще так рукой забивать от первого лица. Все, я отпиздил рыбу. Чем карате какой-то показывать, что-то выебываться. А я могу взять бамбук, типа сделать себе палку, нахуй, и всем палки пизды давать? Нет. Сука, то есть не монах Шаолиня, да? Тут копья есть.
А, прикольно. Пиздык. Я сказал пиздык, блядь. Хорош. А, ты, кстати, мог его просто кулаками... А, нет, ну кулаками бы хуй. Тут да, суть это... в чем ты... Ну, ты когда бьешь, ты станешь еще, ну... Сбиваешь им действие. Понял. Я простыл. Короче, нахуй нам сейчас пизда, я, наверное, сразу готовлюсь. У тебя верстак есть? Да, есть. Дай верстак, пожалуйста, поставь. Тебе скрафтить, да, меч? Биту деревянную. Да, о, биту, хочу биту. А то нам пиздец сейчас, на. Виба и боба, блядь, вот честное слово, нахуй. Готовься, нахуй, сейчас нас будут мобы пиздить. Ой, блядь, вообще, я могу. А у него, кстати, нету этот. Деревянным мечом спешил атаку не сделать. Сука. Тогда нам нужно железо, тогда нам нужна кирка, тогда нам нужно, блядь... Нам много чего нужно. Нам нужно дождаться парней, не знаю, что они там ржают. У тебя есть кирка деревянная? Нету, заебал. Ты же даже верстак не забрал. Сука, я ж тебе кинул, блядь. А, да, есть, наебал, да, я только сейчас увидел. Я тут, я тут кучу коров нашел и зомби, идем сюда. А? Идем сюда, так крипер нахуй сразу взрывоустойчивость. Как вам? Шахту. Ну не шахту, а яму. Который, блядь, помру нахуй. Короче, ведьма и крипер, я в стелсе копаю уголь перед ними. А, хорошо. Я нашел здесь, тут гора прям заебись, здесь прям на поверхности уголь, камни, иди сюда. Да чё, мучушки какие-то пошли, блядь, это, пещеру. А где мне посмотреть, где ты? Ориентир какой-нибудь? Никак. У меня вообще мини-карта есть, могу потом скинуть, можешь поставить. Я себе отдельную мини-карту ставил. Вот ты сейчас идешь, тебе надо повернуться налево и подниматься на гору. Mm-hmm. Слева от тебя гора. Да, я уже... Да, ты идёшь, вот ты вот как идешь в этом направлении, ты идешь на меня. Только осторожно, там мобы. Ну, тут корова есть, я сейчас ей выпишу пиздюлей и крипер, блядь, иди сюда, мразь. Давай. Я тебя понял, брат. Аве Мария, блядь. Так, где я умер, блядь? Влад, ориентиры. Да я ебу. Наводчик контужен, блядь. Так и, ну иди там через реку куда-нибудь, я хуй знает. Да, я в душе. Если я скажу тебе иди на восток, ты поймешь, куда тебе идти? Я подожду трех волков, которые, блядь, должны прийти с востока, и пойду к ним, и потом мимо. А если я тебе координаты скажу, 205 минус 130, тебе это поможет? Ну, тогда я буду искать это, Галилео Галилея, который поможет расшифровать. Я понял. Короче, разберешься. Охуенно, блядь. То есть мне волхов ждать или Галилео Галилея искать? Я ебал. Я тебя не вижу уже. Пизда. Ты не туда идешь. Пизда. Иди назад, иди к спавну. Есть кости? Нет, зачем тебе кости? Ну, я просто собак нашел. Ой, я собаку тоже хочу найти. А, ты уже нашел? Подожди. Ну, зомби, пизда ебаная тебе, нахуй. На. Надо идти лучников искать, пиздить, ой, да? Ой, блядь, он тоже владеет кунг-фу. Так я же тебе объяснял, да, тут самая основная эта сложность, что мобы тоже теперь владеют этой хуйней. Сука, Манки Кинг ебаный обучил монстра. Кунг-фу. О, нашелся. Там паук. Да, выебан твой паук. Винилая плоть, будешь хуже? Ешь, она 50 на 50 там. Лучник! Тут шрал! Где-то умер и... Да похуй! У тебя как будто лут там был. Помоги! Нормально, упиздил его. И овцу еще под замес, ну... Овца под замес попала. Я предлагаю так, давай ты сейчас добудешь камня чуть-чуть. Сейчас, подожди, я зомби. У меня зомби пытался лопатой отпиздить. Нихуя себе, задожили. А есть блок на? Нет, блока нет. Больно. А, извини. Не, не смотри на него, уходи. Блять. Сзади зомби пизды дал. Так, давайте ебальничек друг другу не бить. И когда сражаемся, вот как с Виталий получилось, сражаемся по... Ну, один моба берет и бьет, чтобы друг другу... Ну, а рядом... Нельзя сделать так, чтобы Friendly Fire был отключен? Нет, нельзя. Можно? А. Можно? Слышал, можно, блядь, поэтому... Ладно, я наёбываю, значит. Можно так сделать? Ебать, это ты? А как я выгляжу?
Понял. Прогрузился, наверное. Здесь ник не отображается, да? Friendly Fire. А, да, ники не отображаются. Алло. Блин, можно, но зачем? Да пускай будет, Рили. Не, ну, тут так, ну, вот я считаю... Вы хотите срака подрывателя да. в команде? Я да, вас... да, да. Что там с этими, с рецептами? Ну, можно тут... отключить, да, если так задумать. Суть в чем? Здесь есть итемы, копья, катаны и огромный меч. И рецептов крафта у них нет, поэтому мы решили так, что мы даем ресурсы Феде, а Федя их нам дает. Вы прописывает. Да. Федя крафт. А есть ну, кнаи, там кинжалы? Нет, нет, там только копья, типа каменное, железное, золотое, алмазное. Там две палки ладно, плюс я один. Я буду, блядь, герой копья, мне похуй. Я тоже копье хочу взять. Но с копьем аккуратно, блядь. Оно этот. Ладно, я герой катаны, похуй. Бери, да какая разница, блядь? Большая. Окей. Герой катаны. А копье можно метнуть? Нет. Сука, ты... Забей, оно... Я так понимаю, Федя герой щита, да? Нахуй пошел. Федя герой кирки. Да ты че, охуел, он же там самый сильный был, ты че? А че, где, в смысле, стоп? В любом случае не смотрел. Ну и, блять, ладно. Ладно, после я не смотрел, ты должен понять. Аниме. Ну, я скажу так, вокруг нас ебейший огромный джунгли, мы в джунглях. Федь, такой да. вопрос. А, блять, да, все. Такого вопроса нет. Предлагай сразу съебываться отсюда, давайте, поехали. А если Егор поехал? Блять, ну значит дадим координат или телепортируешь его уже там. Не, нахуй, я буду. Считайте, я не админ, нахуй. Я просто местами могу что-то закрафтить. Окей. Так, если все. Даже админские права еще не будут. Окей. Ну, то есть админ. Давайте ты только друг друга. Распознавать на самом деле из одинаковых скинов. У нас не одинаковые. Скины разные. Вот он у него лицуха же. Короче, через лаунчер играй просто. Я предлагаю нахуй из джунглей вообще выйти. Значит, какой биом ты хочешь, Виталий, чтобы строить, или тебе похуй? Есть какие-то предпочтения? Федя хочет очень снежный. Мне нравится идея, давайте искать снежный биом. Мои предпочтения. Я хочу пройти через биом, где просто встретим собак. Я хочу завести собаку. Ну, короче, если встречаем собак, то останавливаемся, пока ты... Да, останавливаемся, я просто там за ночь наформлю костей, заведу собаку. Типа, вторая моя цель, я хочу найти седло лошадь, но это похуй, где это, я так понимаю, седло в этих всяких структурах спавнится. Или в деревне, или в шахтах подземных, да? Ну да, в сокровищницах, короче. Ну да, я думаю, мы так найдем. Тебе... На вот это, скрафти, пожалуйста, меч деревянный, я тебе, блядь, пытаюсь бревна скинуть. Не под тобой спастись. Хорошо. Я не знаю, что с бамбуком делать, но... По идее, леса из бамбука делаются, да? Звук такой классный у него. Ты решил сразу копать уже? Я... Нет, я в смысле просто из булыжника хочу сделать. А, давай. Да, булыжниковые мечи, они спешл атаку набивают, деревянные нет. Ну, отлично. Я вообще, кстати, блядь, не вижу ни, ну, живности никакой, ни еды, ничего. Пиздец. Да забей, нарезок никогда нет. А, да? Ну а в джунглях вообще нету же, как коровы, что ли, в джунглях будут? Тут кошки есть, нет только? Сейчас начнем двигаться, еще заебет. Это ты так... А, это ты в дерево уперся. С таким звуком. Звук ходьбы другой, да, вот этот? Слышите? Ну по листьям, типа. Не, вообще, в смысле, имею в виду, заменён, не? Или я? Нет. Наверное, я немножко. Ой, крипер, привет, блядь, друг. А что это на деревьях какао-бобы? Для чего они нужны? Ну, шоколад. Не, ну да, ну в смысле, ты же чё, прям 100% справ... это коричневый краситель, я думаю, как минимум. Коричневый. Да у нас коричневый краситель, когда эндермена встретишь, и тебя он, блядь, ручьями пойдет из тебя. Коричневый краситель. Я тоже немного какао-бомбы. Да. Не агри, кстати, эндерменов, серьезно. Не агри. Это мини-боссы. Как будто бы кто-то их специально может агрить. Ну, так, значит, в смысле, не смотри на них, бойся их. Кому-то нужна кирка? Нет. Мне нужен меч. Кстати, топор тоже. А, за топор ты шаришь. Топор тоже как оружие идет. Так, это так. Три меча сделал. Раз. И топор еще сделал. Ну, из двух бамбуков одна палка получается. На меч. Виталь, ты где? Я занят. Я вижу его, я вижу его, он здесь. Его вижу все. Ладно.
Арбуз нашел. Слышь, арбуз. Бери его. Ломтик арбуза 7 штук. Бита есть? У меня есть меч. Нет, там надо биту. Почему? И где это вообще? Давайте двигаться из этих джунглей. Да, сейчас. Мне джунгли вообще не нравятся. Я хочу отсюда уйти. Пойдем, я знаю, где он. Пошли. А, он, наверное, на дереве, да? Ты наверху или внизу? Да, да, наверху. Че там? А как тут залезть? А как ты тут залез? По... А тут оборвано. Другой стороне. А, о, увидел. Я Тарзан, блядь, отъебитесь. Ты прыгнул? Нет, я еще не прыгнул. А есть водичка там, типа? Блядь. Нет. Ой, это да. Какая? Это сейчас на фиде только на это дерево лазить. Так, не, все в порядке. Короче, мы пошли, догонишь, да? А, все, ты уже спустился. Можем скрафтить лодки и по реке здесь форсироваться, здесь река есть. Можем поплыть. Давайте, это быстрее будет. Ой, а что это за... Пошли на берегу сделаем. Там Виталий, наверное, накопал дерево. Ну, блядь, да. Я верстак поставлю. Я какао-бобы собираю пока. Я вот здесь на берегу поставил верстак. Давай. Надо еще досок дать. Я тогда сделаю. Блядь, я споткнулся, черик. Я скрафтил себе лодку, все. Надо вдвоем в одну прыгать. Можете прыгать ко мне, кто там? Таль. Все, это что? А, своя есть? А как прыгнуть? Правой. А, точно. Уже забыл. Ну давай вот туда поплывем. Ебать, я как будто на толчке сижу, охуеть. Это, кстати, из-за моды, по-моему. Ебать носит. Гонщик нереальный. Форсируем реку. Здесь этот Коридинс должен играть как раз. Гуки, они на деревьях. Понравилось, что лодка не ускоряется. Но в Майнкрафте именно спринтовать так он. Да, не спринтует. Нет, там просто экран чуть-чуть, она быстрее. У тебя просто у тебя экран отдаляется, да, да, и ты думаешь, что быстрее все движется. Так, там, возможно, будет выход к океану или типа того, но походу придется вот здесь вот нам пешочком пройти сейчас. Давайте, блядь, вообще надо найти зимнюю карту и возле реки. Как хотите, мне главное собак встретить. Забирайте лодку. Сними. У кого топор топором? Вы shift высаживаетесь и ломаете ее. Ой, да ладно, похуй. Ладно, не похуй. Топором. Можно меч? Не теряйте из виду друг друга. Спасибо. Нате еще вот так и тебе вот так. Ебать. Блять. Там дохуя рыба была, может. Ладно. Да я пока. Пустить, пока двигаемся. Нам эта область смотри. Вообще не интересна. Надо отсюда как можно быстрее съебаться. Вот здесь вот давайте ныряем опять лодки. Главное, не теряем друг друга. Да, главное, не теряем друг друга. Если не видите, говорите, чтобы останавливались. Нихуя себе. Виталя? Так, короче, там ведите меня, я тут вкусняшками сейчас буду. Сейчас тоже. Давай, не тормози. А, тут не проплывет. Надо ломать. Надо, да, опять слазить. Мак? Да, это мак. Ну, я гравий пока соберу. Вы будем раскопаете или лодки перетаскиваете? Чё у вас там? Ну куда? Я уже... Вот сюда, да, вот здесь вот. Чё, он так гребёт от первого лица, я угораю, пизда. Просто спиди-гонщик. А, блядь, надо ломать. Ты сможешь? А, стой, подожди, мы же можем по-другому сделать. Раскопай просто. Блядь, типа ты там лёг. Мы застряли. Да у нас пробки, да. А, это ты не... Я понял, я думал, мы встряли от этого, мы в тебя врезались. Блядь, темнеет хуёво. Привал будет, нет? Нет, мы сейчас в безопасности на воде. Понял. Водяных монстров, насколько я знаю, нет. Все, мы уже к океану вышли или типа того. Нет, чё. Вот сейчас за поворотом. Так хорош, ледокол прям такой. Просто шлюпка-бульдозер. Окей. Мы в океане.
Я предлагаю быть прямо, там будет какой-то там горы, походу. Там скелет, блядь. За тобой... А, это дельфин. Я испугался, ну ты пизда. Вон справа, вот, под тобой дельфин. Да ты от третьего лица плавай, так профитнее будет. Ебать, его можно приручить? Ну, по идее, поможет тебе выплыть. К берегу не подплывайте, там скелеты. Вот горы снежные, но это не то, я так понимаю, да? Здесь рядом есть биом этот. Может, за ними, за горами? Здесь тундра, здесь собак можно будет найти. Ну, хвойный лес, да? Там же есть собаки, эти волки. Ох, ебать, что-то... Я, короче, предлагаю вот это место, посмотри. Ебать, хуета с топорами метающими, блядь. Чё? Чего, блядь? Ну, зомби, короче, топоры в меня кидают, я съебал. Что? Ну, вон, блядь. Там лучник, скелет, наверное, ты что-то... Не-не-не. Я тебе зомби не верю, показываю. Зомби с топором, блядь. Ну, зомби с топором, но он его не кидает. Вот, смотри, вот полетела хуйня. А, это не топоры, это трезубцы, это подводный зомби, уходи от него, это морской зомби, ведь съебывай. А можно трезубец у него выбить? Я не знаю. Петь. Я, сука, замучен, говорю, выбить можно, но не 100%. Все, пизда тебе, блядь, зомби ебаная. Короче, я хотел предложить вот здесь остановиться, у эти горы сделать шахту, сделать здесь... О, зомби подводный, блядь, бежим! Сделать в этих горах, короче, привал, здесь рядом тундра, приручить собаку и идти дальше. Можно, кстати, я уплыть помню, будет. Кто-то пиздел, типа, на воде мы в безопасности. Там. Ну, блядь, я забыл про подводных зомби. Че, вот здесь вот, вот здесь вот, смотри, хороший берег, давайте вот здесь вот. Хвойные леса, можно... Высаживаемся. И найти землю. Ой. Я пошел пиздиться сразу, пакую лодку. Здесь хороший пляж, берег, можно здесь задержаться. Да. Что, здесь остаемся? А почему нет? О, сука. Сзади ребенок. Отходи. Один, 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 осторожно, уходи, уходи. Да я пытаюсь за... Да... Спасай. А почему? А, все, понял. Пин! Догнал. И убил. Пиздец. Не знаю, нам вообще по-хорошему надо распределиться. Кто-то один шахмат, допустим, я предлагаю свою кандидатуру. Виталий, допустим, попытается провизию найти. А я разведкой займусь. А дом кто будет строить? Ну, хорошо, построй дом. Я построю. Я разведкой, блядь, займусь. Ну и охота, я добуду еды еще. Добуду шерсти на кровати. Только, наверное, когда посмотрели. Построим дом, потом... И построю дом, помогу, конечно. Как это строитель не строит. Песок у тебя еще есть? Я сейчас печальник. Все в песчаник. А ты пол, что? Что пол. В песчаник? Ну, из песка песчаник делаю. Как ты из песка делаешь песчаник? 4 блока. А, нихуя. Блять, песком придавило. Ну вот я обвалил вот так песок, понял? И забрал песчаник. Так. Сколько нам еще? Еще песчаника добавить к крышу? Короче, я вот здесь сундук поставлю. Туда скинул все, что у меня было для строительства. И сам, наверное, сейчас в шахту пойду, так будет рационально. Ок. Давай. Значит, я еще половину факелов, которые у меня есть, вложу в сундук. Мне факелы не нужны, разве что пару дома вот поставить было бы. Бля, это такая хуйня, типа, мой пиздюк. Можешь вот тут вот прям в шахту идти, слышишь? Давай прям из дома вход, да, в шахту. Да, я хочу. Ну, не из дома, там. А справа. Кто твой пиздюк, я не понял, подожди, ты о чем? Персонаж использует сильный удар самостоятельно, то есть я не зажимаю кнопку удара, и он все равно крутит эту фичу. Как от этого избавиться? Я не знаю, у меня такого нету. Сука, мне нужен полный контроль. Может, это залипание какое-то? Да нет. Я вот здесь хочу, не? Ну пошел, да вот, тут прям напрямую. А дельфину, если пизды дать... Можно будет с него мясо выпить? Не знаю, но рядом с ним, если проплыть, то он тебя забафает на скорость плавания. А, ну тогда не будем пиздить такую рыбу. Еще, возможно, то, что они, по-моему, стадные, если ты одного пизданешь, тебя потом все будут ебать. А, это как дельфин, да? Ну это не точно, в смысле, я могу ошибаться. А говорят, дельфины самые добрые существа на планете. Короче, не будет у нас из хаты выхода в шахту. А кто эти скобы? Где ты такой слышишь, что дельфины самые добрые?
типа они разумные. Но они изнасилованиями занимаются, групповыми и много еще чем. Да, это понятно, да. Да, это понятно, но это ничего еще не означает. По своему виду они заебнутые, это бесспорно. Я не понимаю, кто в современном мире не занимается изнасилованием. Групповыми изнасилованиями? Да. Ну, вообще, они, по-моему, еще и удовольствие от секса получают, насколько я знаю. А кто не получает? Не, ну, кому-то это на уровне инстинкта, а у кого-то это, блядь, зомби ебаный, подводный с трезубцем. Да, это проблема. Интересно. Зомби вместо удовольствия. С трезубцем, тем более. А, это, блядь, я уже вышел такой, ну, ебал бить, это ты. Это только не умри. Задача не умереть, пока я не добуду кровать. Бля, это сука. Мои охотничьи владения, блядь. Я сейчас пытаюсь найти этого хитрожопого, но он в тине, блядь, за это. Не связывайся с ними, они жесткие. Сука, дельфины, давайте пиздить его. А, трезубец все еще, но не жесткие, да, это обмот все-таки. Они жесткие, это здесь сложность максимальная стоит, да, тебе просто будут ебалы, и ты такой, бля, это пишите, пожалуйста. Поэтому не надо. О, я нашел все, есть овцы, сейчас будет шерсть. Сейчас я построю кровать, и иди делай, что хочешь. Ну, ничего хочешь, ну ты понял. Ну, что хочешь. Иди рыбач. Называется. Окей, ладно, надо... Так, больше урона. Скиллпоинты вкидывайте. Нету такого параметра здесь. Толпоебизм. Все логично. Блять, ну. Все грамотно, короче. Есть урон, зачем тебе скорость атаки? Скорость атаки зависит от оружия, которым пользуешься. Вообще. Да, на оружие есть зачарование. На скорость атаки, да, типа? Ну, катана, вот, кстати, самая быстрая. Я несу еду и кровать крафтить, сейчас не уходите, вы, короче, оба дома, смотрите, да? У нас проблемы с древесиной. Если что, я могу еще сделать вам железные мечи, если кому надо. Мне нужен железный меч. Нет, копье. Стой, подожди, что тебе надо? Палочки? Ну, я здесь нашел, ладно. Я нашел 6 палок. Ну, вообще, да, просто дерево нарубите, давай я тебе меч сделаю. А мне копье, память, пожалуйста. И я сейчас кровать делаю, оба засохранитесь на ней. Ладно, еда там. Хорошо, я принес еще, сейчас еще могу закинуть. Блять, я не скрафтил сейчас. Я, короче, убийца повар, нахуй. Хорошо, повар, подожди, только не уходи. Подожди, сейчас. Вот я ставлю кровать. Нихуя себе. Каждый прокликивает. Прокликивайте. Так, где прокликай? Меч. Раз, да. Меч, два. Я копье хотел. Заебись. Пиздать зомби ебаны. Можешь мне копье? Есть на копье? Блять, я замученный все это время. Да блядский рот. Я просил копье 10 раз. Сделай копье, а у нас есть железо. Сука. Пожалуйста, меч себе возьми себе, или у тебя есть. Давай. Наверное, Виталий тогда хочет копье, да? Не знаю. Я хочу посмотреть даже. Что... Ну, да, сделай мне, я покажу ему мувы, он такой... Хочет, не хочет, ответит уже. А катана пиздится, типа, так же, как и обычный меч? Нет, у него вообще свои фичи. Она очень слабая по урону, она очень быстро бьет, и там, когда 5 секунд не пользуешься, ты ее в ножны убираешь, и там свои фишки у нее. Вот Федя сделал катану, кстати. Ебать, я бегу. Ну все, я скоплю. На катана зеро, блядь. Если что, утилизируйте просто то, что... Так сам, не? Можно? На. Можно. Только, блядь, давайте без поножовщины сейчас. А то, блядь, накрафтили оружие, сохранились такие, ну все, пацаны. Дуэль такой, поехали. Ой, я Саски нахуй, все, я побежал. Я не вернусь в эту каноху, блядь. Да, и пизд. Не сильно-то и хотелось, да. Катана со щитом не пользуется, она считается двуручным оружием. У катаны, короче, хватает минусов на самом деле. Я понимаю, что она выглядит круто. А я могу трейфиться и тому подобное? Да. У нее заряженная атака, когда ты заряжаешь комбо, она с места работает и с разбега работает, ты прям пролетаешь сквозь какую-нибудь, так прорезаешь. Все, я сосуки ебать. С микрофоном нахуй, как школьник. Да, да, если скин этот, это пиздец, и вот это вот, да. Эти скины, я их рот ем. Кибер-ниндзя. Кибер-ниндзя, кибер-долбоёб. Ся. Нихуя себе.
Звук очень громкий у нее, конечно. Блядь, лучше займись чем-то полезным сейчас, серьезно. Я приду вечером домой, тебе все покажу. Сука, копье детектед, нахуй. Ладно, я пошел рыбы нахуячь. Да, о, давай. О, я суши нам сделаю, ебать. Суши? Я куриц пошел резать копьем. Блять, как эти сеты ебаные называются, я, к сожалению, забыл. Сеты чего, в смысле, этих? Роллов? Да, да. Не знаю, Нагасаки Хиросима Бум? Сука, слишком черная хуйня, я предлагаю это вырезать. Точно. Я нашел лам или альпак вот этих, которых можно караван делать. Ну, пизда, альпак. Но они еще плюются, они могут... Их... Да, 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 надо мажить, если их спровоцировать, неприятно. Харчком? Харчком, да, полусердечко. Так, уже солнце садится, я возвращаюсь в Коноху, иду домой. Деревня скрытая, блядь, умничка. В песке, деревня скрытая в песке у нас. Блядь, походу я задерживаюсь, тут тонна животных, не поминайте лихом. Я должен перерезать все это стадо овец, свиней и коров. Нужна еда. И каждому своя кровать, да? Да, будет уже на кровать каждому. Можем все одновременно спать, блядь. Я засоюсь. Так, а урон от катаны это как урон от фехтовальщика, да? Сложно сказать. Вроде он меньше, чем у меча даже. Ты имеешь в виду качать что? Качать, да. Наверное, меч, да. Я, кстати, не знаю, как с копьем быть. Мне что-то кажется, что там на мече, ну и на копье работает. Не, мне кажется, типа смотри, вот есть ближний бой, но с мечами. При стрельбе из лука. Там есть лук, топор, по сути, и просто, да, ближний бой. И то там даже, по-моему, на топор это не урон топором, а именно... Скорость рубки дерева. Не, наверное, надо криты накачать просто и все. И там... Шанс, чтобы было типа ваншотнуть. Да, там, кстати, гораздо жестче этот есть. Если скрытность качаешь, у тебя в скрытности шанс намного сильнее будет. Но тебе надо именно, понял, в шифте, когда бьешь, есть шанс ваншотнуть, там эти шансы прям высокие. Блять, на меня ребенок бежит с топором. С лопатой. Чем больно. А лук! Меня тут ёблю вообще прям заруба. Но зато я сейчас костей смогу нафармить, я думаю. Охуенно. Вы, кстати, тоже там, если кто собаку хочет. Блять, какой же ты косой лох. Сюда! Слишком быстро нажимаю на атаку, из-за этого у меня иногда пролетает сильно. Кстати, сильная атака. Ну. Короче, у копья основная фича, что он может несколько врагов за раз задевать просто. Там есть еще третье оружие, это огромный меч, просто огромный. Как у этого, берсерка? Наверное, я не знаю, не смотрю аниме. Как из Final Fantasy, наверное, самое здоровое, что у него там есть, блядь, такая рубящая хуйня. Она замедляет тебе передвижение, очень медленно бегает, у нее очень медленные удары, но они там такие, что забей. Ну, типа, надо на прикрытие, да? Ну, она уешет хорошо, может, если пачку собрать, ты там четверых можешь чуть ли не одной плюхой уносить. Ну, не одной, в смысле, задевать станет. А думаю, она и станет хорошо.